Сегодня я поймал хорошего сазанчика во сне. И что получится? Возможно, надо было начать с более меньшего веса. Подойдем еще разок. Другое дело. Что такое не идет и как с ним бороться? Ну, как говорится, сегодня не мой день. И вместо того, чтобы во время тренировки получить разочарование, что, мол, ты откатился, то все, получи радость, поставь меньше и сделай. Сделай в охоточку, сделай в радость. Сделай в радость, что можешь. Ну вот совсем другое дело. Приятно было делать. Да, меньше, но приятно. Прочувствовал движение. Получил удовольствие. Заключительный третий подход.
Ну и хватит.